В преддверии свадебного сезона аналитики посчитали, насколько подорожали в Казахстане обручальные кольца и другие ювелирные украшения. Оказалось, их производство по сравнению с прошлым годом сократилось. С января по май этого года украшения в республике произвели на 525 миллионов тенге. В сравнении с 2023 это меньше почти на процент, а вот цены ниже не становятся. Стоимость ювелирных изделий и наручных часов за прошедший июнь выросла на 0,4%. За год рост составил сразу 5%. Обручальные кольца за месяц подорожали незначительно на 0,2%. А вот за год их цена выросла чуть больше, чем на 3%. Подорожание украшений происходит на фоне рекордного роста стоимости золота. По данным Нацбанка, накануне был побит очередной рекорд. Цена за грамм драгоценного металла превысила 36 700 тенге.